Самые проблемные зоны – прибрежные территории со стихийной застройкой, кафе, ресторанами и увеселительными заведениями. Деревянные сооружения незаконно размещены в 30-80 метрах от моря. При этом некоторые из них были не только установлены незаконно, но и представляют опасность для окружающих. В одном из помещений, по всей видимости, располагалась бытовка для работников, а на нехитрой кухне готовили прямо возле деревянных стен. Всеми доступными способами предприниматели информировали о необходимости демонтажа конструкций. Сотрудники управления муниципального контроля размещали на объектах объявления. Во всех средствах массовой информации курорта также обращались к собственникам. Многие предприниматели на предупреждение не отреагировали. Демонтаж проводился силами администрации. Обломки строения уберут с пляжной территории и отвезут на штрафстоянку. Именно там и сможет забрать их неизвестный собственник, если вдруг объявится. Правда, особой ценности эти обломки не представляют. С 200 квадратных метров было вывезено 5 машин строительного мусора.